Друзья, всем привет! Сегодня в продолжении темы «Еда в нашем отеле в Доминикане» хочу вам показать, как выглядит у нас обед. Итак, давайте начнем с холодных закусок и нарезки. Различная нарезка, овощи. Также горячее блюдо. Здесь также овощи, паста, макароны. Здесь креветки. И делают гриль, как и вечером. Различные виды мяса. Абсолютно свежее мясо, свинина, говядина, жарят очень вкусно. Там делают пиццу. Здесь делают рыбу. И морепродукты. Вот уже готовая пицца с разными начинками. Как видите, места очень много, как я уже говорила. Здесь овощи. Также различные виды нарезок, овощи, разные салаты. Здесь горячая рыба, соусы, овощи, мясо, рис. Там стол с соусами прямо, и здесь также разные закуски холодные. Там вон прямо есть два вида супа также. Тут разная выпечка. Также различные соусы и холодные закуски. Здесь уже сладкое мороженое и фрукты. Здесь стол с фруктами. Очень вкусные ананасы. А здесь различные маринованные фрукты.
Ну и, конечно, стол со сладким. Выбор немножко поменьше, чем вечером, но все равно достаточно много. Как видите, друзья, в обед очень тоже достаточно большой выбор. Каждый найдет что-то по своему вкусу. Здесь можно сделать тосты. Все столы сервированы. Друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам мое видео будет полезным и интересным. Я всем желаю хорошего дня и приятного аппетита. До следующих видео!